Всем привет! Сегодня покажу, расскажу. Такая вот посылка пришла для детворы. Здесь детская эпоксидка всякая замороченная. Красители. И еще банки силикона. Мы уже с ними тут начали баловаться. Сейчас набрали кучу игрушек детских и будем лепить. Потому что я уже пока не были в садике и в школе, уже поэкспериментировал предварительно. Вот я делал формочки силиконовые. Тут орел двуглавый. Ну, в общем, кто наблюдает в Инстаграме, они уже давно это все увидели, гораздо раньше. То есть заходите в Инстаграм, там это все появляется у меня с большим, как сказать, в отрывом по времени. Сейчас покажу, что мы тут уже делали. Поворачиваем сюда. Вот сейчас будем показывать. Была вот такая штукенция, вот орел. Вставили, залепили. Все застывает в течение 20-30 минут. Все. Короче, все очень быстро оборачивается. Это, кстати, вот... Ой, это еще у нас не застыло, да? Это у нас не застыла еще формочка. Ну, вот это вот такая вот роза. И вот что от нее с ней получилось. То ли роза, то ли гвоздика. Но, в общем, цвет такой матовый, голубой. Это потому что там эпоксидка получается, она типа мутная. И сами красители, они порошковые. Я думал, что они такие будут. А они вот в виде порошка. Сейчас покажу вам. Смотрите. Ну, типа пудры. И, соответственно, будет цвет матовый. Я вот хочу поэкспериментировать с чем-нибудь прозрачным. Потому что, вот, судя по баночкам, это, наверное, так и должно получаться. Прозрачный. Ну, вот она. Компонент А, компонент Б. И сейчас у вас есть силикон. Тоже вот они вам все. Все показываю. Один к одному. Все это делается по весам. Тут написано, что берете один к одному, два шарика. Сейчас мы его покажем, как это все делается. Крупным планом. Так, вот сначала мы весы включаем. О. 6 грамм. Значит, следующий шарик должен быть тоже 6 грамм. Вот какая-то консистенция. Так, у нас сейчас здесь, не понял, 6, 10, еще чуть-чуть, 1 грамма не хватает, немножко, чуть-чуть еще, во, теперь мы вот эти вещи скатываем, плющим. Намаш, с девчонкой, мадам пусть слепляют. И вот эта конструкция. Мы решили, раз у нас формочка всего одна, мы сейчас формочек этих сами себе наделаем. Давай-ка, бери. Держи себе весы, сама себе все. Ты тебе зачем весы? Ты тебе весы теперь. Смешивай шарик, хорошо перемешивай, чтобы у тебя получилось. И мы будем сейчас будем делать из своих фигурок, делать формочки. Вот как вот здесь у нас она сделана. Силиконовая одна. Рыбу не притащили, Дори. Сейчас мы наделаем формочек и потом зальем их эпоксидкой. Вот эта детская, она тоже застывает в течение 30 минут. То есть нам до утра ждать не обязательно. Я как бы взял еще эпоксидкой, которая погуще, она уже подольше застывает. Вот она тоже показываю вам. А будем экспериментировать с этими цветами, со всеми. Сколько у тебя уже вес? Ты по весу сделала? 12. А тут добавляла? Нет. Желтый. Ну, давай. Так, это сейчас сколько у тебя вес? 12. Подожди, надо убрать. Ты тоже намешала уже? Сейчас загорится, на. 14. Давай в такой же 14 делай шарик тогда. Ты что, хочешь смешать, сделать его вот таким? Ну, давай попробуем. А я вот таким. Розовый?
Ну ты раздели, ну ты смотря что будешь лепить, если у тебя фигурка такая большая, то у тебя нарварька будет у нас рыбину делать. Я тогда буду... Что-нибудь маленькое. А где у нас сова была здесь? Сова, варик. Давай из нее что-нибудь... Нет, тоже на сову надо мало. Давай тебе больше сделаем вес. Ладно. Силикона. Что ты, ладно, у нас хватит на пол совы? Не хватит. Давай еще такой делай сегмент себе. На. 14. А должно... Нет, 14 плюс 14 должно быть 28. Ну, 28, все правильно. Теперь смешивай их. На. Делай плющ. Побольше бери кусочки. 7. 7 и 7 будет 14. Что надо? Может сделать 10. На, добавь сюда. Будет 10. И еще плюс. Ну, сколько еще? 11. Ну, значит, давай бери с другой банки. 11 плюс 11. Как будет? Равно 22. Ну все, делай еще. Потом их так же смешаешь. Вот, вот этот уже эксперимент проводим. Но мы еще попробуем добавить порошок светящийся. Чтобы у нас светилось. Но мы будем его добавлять уже в заливку. Сейчас покажу, что мы уже делали. Экспериментировал я. Бинго. Вот оно у нас роза. Оно почему-то по форме получилось за счет того, что, наверное, матовые красители розовые добавляли. Как мыло. Здесь-то получается, в принципе, он глянцем блестит, тыльная сторона. Здесь вот он не блестит. Но он при этом светится. Сейчас увидите. Да я хочу уже порошок добавить. Сейчас добавим. Посмотрим, какой будет у нас темнота. Опа. Светится? Ух ты! Видали как? Это еще в помещении, еще видно все, мы все видим. А светится вон как. Как хорошо. Да, как будто светильник. Даже вот роза чуть-чуть добавлялась. И то светится. Это учесть, что в темноте полной. Вот сейчас вот этот поэкспериментируем еще и с этой конструкцией. Так, давай сейчас зальем, вот эту залепим. Подожди. Ух, ты уже прилепила. Варюха. Мы теперь ее оторвать не можем. Так, подождите. Сейчас мы рыбиной разлепим. Папа, ты меня уже залепил. Да, тебе, у тебя готова уже сова. У меня нет. Нет. У меня все плохо получилось. Вот, все, смотри. А хвостик. А мы сейчас его. Оп. Там... Все, сейчас у нас и хвост будет у Дори, и все будет. А это что? А если я нажму, то свет будет. Вот то, что мы уже залепили. Сейчас она у нас застынет. Нам еще эту Кити надо сделать, да? Давай, делай свою Кити. Намешивай. Это застывает. И потом заливаем. Сколько у тебя уже вес? Ты по весу сделал? 12. А кто добавляла? Нет. Желтый. Ну давай. Так, это сейчас сколько у тебя вес? 12. Если надо убрать. Тоже намешал уже? Заберите на. 14. Давай в такой же 14 делай шарик тогда. Ты что, хочешь смешать, сделать его таким? Давай попробуем. А я вот так разделю. Розовый? Да. Ну ты раздели, ну ты смотря что будешь лепить, если у тебя фигурка такая большая, то у тебя нарварька будет на рыбину делать. Я тогда буду... Что-нибудь маленькое. А где у нас сова была здесь? Сова, варик. Давай из нее что-нибудь... Нет, тоже на сову надо мало. Давай тебе больше сделаем вес. Силикона. Что ты, ладно, у нас хватит на пол совы? Хватит, давай еще такое делай сегмент. 14. А должно. Нет, 14 плюс 14 должно быть 28. Ну, 28, все правильно. Теперь смешивай их. На. Делай плющ. Побольше бери кусочки. 7. 7 и 7 будет 14. Что надо? Сделать 10. Надо добавь сюда. Будет 10. Еще плюс.
Ну, сколько? 11. Ну, значит, давай бери с другой банки. 11 покажи мне. Будет? Равно 2. Ну, все, делай еще. Думаю, так же смешаешь. Эксперимент проводим. Но мы еще попробуем добавить порошок светящийся. Чтобы у нас светилось. Но мы будем его добавлять уже в заливку. Сейчас покажу, что мы уже делали. Экспериментировал я. Вот она у нас роза. Оно почему-то по форме получилось за счет того, что, наверное, матовый краситель или розовый добавляли. Как мыло. Здесь-то получается, в принципе, он глянцем блестит. Тыльная сторона. Здесь вот он не блестит. Но он при этом светится. Сейчас увидите. Сейчас мы добавим. Посмотрим, какой будет у нас темнота. Опа. Светится? Ух ты. Видали как? Это еще помещение, еще видно все, мы все видим. А светится вон как. Хорошо. Да, как будто светильник, даже вот роза чуть добавлялась. И то светится. Это учесть, что в темноте полное. Вот сейчас вот этот поэкспериментируем еще и с этой конструкцией. Так, пока выключим. Приготовила? Два. Два куска слепляй их. Мешок. Мешивай. Варька тоже намешала? Все хорошо? Уже. Ты можно. Так, теперь мы сейчас будем решать, что мы будем делать. Какую. Тут, короче, белого нет, да? Чего? Тут, короче, белого нет. Тут белого нет. Нет, но мы сейчас же будем формочки делать. Нам формочки без разницы какого цвета. Вы не поняли же? Мы в них потом будем заливать. Так, что ты будешь? Меня вообще не видно. Кого? Тебя не видно? Так, а для чего вторая камера здесь стояла? Их видно будет сейчас. Нет, сейчас я буду снимать. А? Чего? Нет, то есть ты всю под не путай, нам надо пол вот так вот, до половины ее далеки. Так, подожди, что мы сейчас еще хотели сделать? Папа, я хочу покрасить. Мы порошком мы будем красить уже то, что будем заливать. Вот это. Сейчас мы делаем формочки. Мы сейчас делаем формочки. Все зависит от того, как вы хорошо мешали. Если вы плохо мешали, то не высохло. Варь, еще и попса не прошло. Плохо, блядь. У меня, видишь же, высохло. Смотри, резинка, блядь, грязная. Очень плохо получилось. А? Ну-ка, только дай мне. Я экспериментировал, я орла тогда залеплял. В другую сторону, так. Я понял. Вот так, Маша, он был. Он хорошо, он легче. А вот я поверил бы. Давай рыбу Дори. Вот он такой зеленый. Я хочу... Чё? Вот, а можно вот так залепить ее надо? Ну, да? Вот. Нет, половину. Нет, давай сделаем что-то большое, Варь. Давай рыбу Дори сделаем. А я вот так ее всю надо залепить? Нет, только одну сторону, чтобы она получилась формочка. А как мне тут делать, если они покрашены? Что делаешь? Уши выпрямляю, подожди. Да, не похож на кроха. Это не крош, это кроха. Так, если мы его вот так вот... Залезайся. Ой. Блин, нам надо много. Не носа уже. Слишком много. Слишком? Слишком. Слишком. Теперь грязный. Забапу. Надо для него много сделать. Очень много. И по всей тогда много пойдет. Да? Как мы потом его зальем? А я хорошо перемешала? Да. Вот так тебе не надо? Нормально. Не, надо маленькую фигурку. Давай сейчас вот так. Я приготовила это. Папа, я Китти? Все. Да. Папа, все, надо ждать? Подожди, сейчас я покажу, что сделать. Может, чуть-чуть надо залепить? Вот. Теперь нужно. О, у меня не так, у меня хвостик наружу. А сейчас мы сделаем все. О, вот все, я его подправила. А нет.
животных. Сова. Сова, да. Там у нас можно каждый раз взглядывать. Нет, мы сейчас сделаем сову и все, она больше уже у нас силикона не будет. Вот так. А она потом станет форму, да? Да, станет только форму. Сова у нас будет форма. Ну, зовем, да? И красочки добавим. Да. Будет у нас своя сова. А вот так надо? А можно я сделаю хотя бы вот такой? Понятно. Не дает, вот теперь не будет видно. Сейчас будет видно. Вот. Так, давай сейчас зальем. Вот это залеем. Ну, ты уже прилепила. Парюха. Вы теперь ее оторвать не можете. Так, подождите. Мы разлепим. Мы уже залепим. Да, и тебя готова уже стало. Нет. Нет, я вот все, смотри. А мы сейчас его. Давай сейчас у нас хвост будет ударить. А это что? Вот не буду я больше снимать. Я снимаю, вы начинаете про всякую ерунду не разговаривать. Извини. Нас потом уже смонтируют. Ну, ты сразу хорошо бы сделать. Смотри, это сейчас вам покажу, что у нас получилось. А зачем ты облепила все так? Она же будет стояла здесь нормально. Зачем ее было трогать? Я просил? Да. Просто потом заливать ее будет неудобно, Маш. Потому что она не будет потом стоять. Нет, ну, а как будем заливать, если она будет? Такая. Должна быть вот такая прямая. Молчим. Вот то, что мы уже залепили. Сейчас она у нас застынет. Нам еще эту кики надо сделать, да? Давай, делай свои кики. Намешивай. Это застывает. И мы ее потом заливаем. Чего еще будем делать? Потому что эти формы потом останутся уже у нас. По весам, поняла же, да? Угу. Варя, ты какую еще фигурку делаешь? Давай старушку. Давай пару свинью в наушниках. Ну давай. Прикольно? Да. Вот столько хватит. Для кики, Маш. Слишком много. Ты еще второй добавишь же еще сегмент. Вот так хватит. Сначала нажать надо. Вот здесь. Вот здесь ноль будет. 11. Все. Еще плюс 11. Еще плюс 11. Куда? Сюда не надо, будем добавлять, когда будем заливать. А-а-а. Вот в это, чтобы цветное было, если пиво. Так, вот этот цвет у нас сколько? Подожди. Должно быть где 22. Правильно? 11 плюс 11. 11 плюс 11, она 22. 22, сейчас мы варим, проверим. 21 еще немного, вот так. Ну да, забирай, забирай, добавила, он просто ничего не сообразил. Вот, все, забирай, смешивай свои цвета. Можно сразу лепешки? Нет, сейчас лепешки, оно лучше смешивается. Давай. Так отвези. Все, подожди. Что, делаем тебе это, да? Минуту? Минуту. 13, на. Минута. Теперь белого, да? Да. 14. И вообще, да. Подберем. Вот так. 13. Смешивай. Это Артём. Допустим, они застывают. Пауза-то как? Ну, так успокаивает вот это. Да? А ты представляешь, что это еще ни у кого нет у вас в школе? Никого. Ни у кого. Ой. А почему ты нельзя ножечка? Короткий. Подарок? Да, это не подарок. Вон, видишь, она застывать начала. Все. Баловались.
Обалдеть. Я вот сейчас, знаешь, что думаю? Может быть, нам этих, вот то, что мы фигурки делаем, их обрызгать чем-нибудь? Чтобы они потом легко отделялись. Как думаешь? Все, я сделала. Вот так делать? Ну, надо сначала какую-нибудь плоскость надо взять. Ого. Давай брусочек. Угу. Сейчас мне... Вот тут ручку надо еще. А у него вот эта палка, блин. Копалка. Не салка. А как делать? Может, такое? Может, без палки-мышалки? Ее не умрать. Блин, знаешь, что у тебя много китти, что ли? Где-то был баллончик, который силиконом сделает для отделения лучше. Стоп, давайте собираем что-то это. Он легче, видишь? Ничего такого. Папа. А ты сделай кит, если ты хочешь. Только там просто, видишь, ни глазок, ничего не будет, то есть все рисовать. О, надо. Пальцы отпечатки. Пальцы. Папа, а у меня почти получилось. Все, давай, да? Сбрызгивай. Это что за муха? Мое сбрызгивай. И моего. Чтобы он хорошо от него отлетал. Представляете? Или ты ждать? Ты же выковырял, что ли? Молодец, быстро ты. Есть! Нет, еще нет. А что ты еще не забыл? Ну, сейчас можно? Так, теперь нам будем заливать. Заливаем эпоксидочку, да, нет? Так, номер, буква А, буква Б. Сейчас покажем народу. Вот так. Так, весы включаем. Так, наливаем грамм 100, наверное, да? Опс, еще. Теперь заливаем вот это. Ну, он какая-то мутная, да? Непрозрачная все равно она. Опа. Так, подожди. 150 тоже. Опа, все. Где хотя бы? Видно. Теперь мне нужно палку-мешалку. Там она где-то тут была. Вот. Палка-мешалка. Палка-мешалка. Ну, тут вам надо по палке-мешалке. На, тебе палку-мешалку. Тебе палку-мешалку. А это моя палка. Палка-мешалка. Сейчас я их смешаю. Как будто желток там внизу. Это желток? Наверное. Ну там такие же нити. Так, мы, наверное, что, светящиеся сюда добавим? Да. А вы потом будете свои цвета сами добавлять? Да. Да? Да. Вы же шар магический делаете. Вот такие мы будем делать формочки. Что захотят, то замудрят. Так, сейчас мы хорошо, главное, перемешать. Там, конечно, долго-долго надо будет мешать. Целую минуту мешать будем, так. Тогда, если будем мешать, давай сразу будем мешать с порошком, который типа светится. Что ты хочешь? Помешать? Знаешь такое? Кто мешает, того бьют. Все по часовой стрелке. Маша у нас против часовой стрелки. В другую сторону. Ну что, воняет чем-нибудь? Нет. Не пахнет. Вот я тебе говорю. Это минус. Почему минус? Это плюс, когда не пахнет. Ну, нет, если... Немного... если вот так приблизиться, то... Когда хорошая вонючка, она воняет, знаешь как? Тут в респираторе будешь с эпоксидкой сидеть. А здесь что-то мы даже без перчаток со всеми этими. Так, ты... Вот это твой, да, шар? Угу. Это твой шар. Давай я помешаю. Просто добавил светящийся. Что, еще можно досыпем светящийся? У нас будет светиться, как у кое-кого, кое-где. Где порошок-то убрал? Прикинь, сколько мы
шпану. Ну все. Ну теперь будет все, как фонарь светится. Весь. Да? Ага. Ну что, голова тяжелая, поддерживаешь ее, все, падает. Так, давай я вам сейчас разливаю каждый свой стаканчик. Свою стаканчик. Ну что, у вас там в ваши шары, я так понял, много и не влезет. Вот. А теперь давайте смешивайте свои цвета, что кто там чебут. Какой цвет? Да, а где мой? А, вот. А еще вот у тебя какой-то там есть. А как это, как сыпать? А ты можешь например, насыпать, налить, потом еще раз насыпать. Нет. Можешь сюда насыпать, смотри. Вот так вот сделать чуть-чуть. Пусть крапинки останутся, как звездочки. А я хочу вот эти. А это добавляй туда. Вот сюда добавляй. Вот мы сейчас сделали, видишь, как крапинками. А-а-а. А потом я сверху зальем, не... может быть, они у нас останутся, как светящиеся. Папа, ну, помоги. Давай. Мне не работает. Все? Подожди, сейчас у тебя же прям розовое, вот, голубое было, голубое. Все, смешивай. Вот так? Ну, можешь так, как хочешь. Хозяин барин. Смешивай сейчас. Давай, давай, давай. Больше, больше. А ты так вот по бутылочке стучи. Во! Вон варьки уже появилась. Жидкость. Все? Ну, по идее, да. У меня все? А что ты острым концом мешаешь? Там же плоским-то было удобнее мешать. Ой! Маша, тут еще опять. Ну домешивай, ты что? Где тут стоять будет она? С другой стороны палки. Не острым концом. Вот, чтобы на лопатку было похоже. Отсюда. Да, сильнее смешивай. Варька, ты можешь еще какой-нибудь цвет добавить туда? Что? Еще цвет добавь какой-нибудь цветной, яркий. Давай. Посмотрим, у кого какой будет шарик. Он вот, на заливку-то набрали игрушек силиконовых. Там немного горячий. Становится горячий, потому что он быстро застывает. Сейчас надо его уже просто заливать. Ваши эти. Где твои эти тарелочки? Потихоньку наливай. Сюда. Только палочку ложи на какой на пакетик. А можно мне? Я еще какой-нибудь добавлю? А мне сюда? На пакет. Ложи. Заливай. Вот это. Маша, оно уже согреется, значит оно собиралось застывать. Ее значит нужно уже заливать. А может быть не смешивать, оставь эти точки, как если заливай прям с точками. Будут как будто звезды. Так уже заливать? Да. У меня пыль. Пыль? Вот, вот, вот. Видишь, уже загустевает. О, у меня густой. Он теплый, густой. Лизун. И скажу, что это лизун. Ну ты заливай свою формочку, у тебя уже загустевает. Все, Маш, поставь. Пусть застывает. А мне не надо? Ну, только чтобы ровно теперь стоял. Все. Да, да, да. Все, получилось. Все, Варя, оставляю и пусть стоит. Потом мне надо чуть-чуть давать. И у Маши что-то немножко... Ну, оно потом лишнее мы отломаем. Все, у нас процесс пошел застывания. И все. А ну, покажи, как ты это... Что у тебя там отлепилось, силикон? Разбирай свои. А как? Ну, как, оторвай. Выгибай. Да. Снизу толкай. Помочь? Давай, давай. Выверни хочет. Наизнанку. Не хочет. Хочет, хочет. Дай Варька тебе поможет. На. Смотри. Ой. Ого. Не получается, что ли? Нет. Розочки. А вот прямо будет. Сюда можно добавить? Чего? Ну, не надо. Можно я еще? Можно? Чуть-чуть. Можно? О, вылезла. Во, резиновая у тебя ракушка. А у меня... У тебя розочка. А можно мне что-нибудь, тоже что-нибудь еще сделать? Сделаем. Показывай, что у вас получилось. Еще
горячие. Теплые. Да. И они светятся. Светятся? Включаем да. свет. Сейчас мы посмотрим. Сейчас. Мы посмотрим, как они светятся. Они очень хорошо светятся. У вас кружки ваши светятся вообще как? И вот что еще. Это то, что у нас осталось в стаканах. Ну, в стаканах еще больше светится. Потому что на дно осел порошок. А. Таким аж можно стол светить. И покажи вон, это тоже воска хорошо. Светится. Это при этом того, что еще тут светло. В полной темноте было бы вообще очень светло. Иди, дай. Вот, достать моих. Все, достать. Вот так. Ну, вот такие вот у нас игрушки, безделушки. Если видео вам понравилось, подпишитесь, задавайте вопросы. Кому надо, мы ссылку оставим внизу на эти всякие штукенции, друзья. До новых встреч. Всем пока. Удачи.